В Одинцовском округе 1 июля открылись 4 пляжа с разрешенным купанием и 4 зоны отдыха у воды, где купание запрещено. Рекомендуется сохранять необходимую осторожность. Это касается как мер безопасности рядом с водоемами, так и противовирусных мер. В частности, сохранение санитарной дистанции, сказал глава муниципалитета Андрей Иванов. Он также отметил, что на всех готовых к открытию водоемах предварительно проводился анализ песка и воды.